Здравствуйте. Камеры наружного наблюдения практически ежедневно фиксируют явления, которым сложно, а порой и вовсе нет логического объяснения. Смотрите сами. Согласитесь, что сущности, которые вы видите, кроме как привидениями, назвать-то невозможно. Запись неоднократно была проверена на подлинность специалистами, которые не смогли выявить следов компьютерной анимации или монтажа. Поэтому логично предположить, что зафиксированное явление не фальсификация. Но вот что это?